Грузинская сказка. Сказка про царя Несмеяна. Было то или не было, жил царь Несмеян. Никто никогда не видел, чтобы он смеялся. Потому и прозвали его Несмеяном. У царя было три сына. Называли их все сыновьями царя Несмеяна. Сказали братья: «Пойдем спросим отца, почему он Несмеян? А мы сыновья царя Несмеяна». «Пошли». Первым вошел старший сын. Дал ему отец стакан вина и говорит: «Выпей это вино, потом ударю тебя, и выдержишь мой удар, скажу». Выпил старший сын, размахнулся отец и ударил. Так и завертелся сын на месте. «Иди, потом скажу», — сказал царь. Вошел средний сын. «Ты кто такой?» — спрашивает царь. «Я сын ваш. Чего ты хочешь?» «Нас все сыновьями царя Несмеяна зовут, почему ты Несмеян?» «Выпей вина, тогда скажу». Выпил средний сын, ударил и его отец. Завертелся и тот на месте. «Иди, потом скажу», — говорит царь. Пошел младший сын. «Ты кто такой?» — спрашивает царь. «Я младший сын царя Несмеяна», — отвечает тот. «Зачем пришел?» «Нас все сыновьями царя Несмеяна зовут. Почему ты Несмеян?» Подал ему царь вина и говорит: «А ну выпей, ударю тебя, тогда узнаешь». Взял младший сын, выпил. Размахнулся царь, ударил его, но и с места не двинул. «Еще ударь, но скажи», — говорит сын. Ударил царь Несмеян во второй раз, и во второй раз не сдвинул его с места. «И в третий раз ударь, но скажи», — говорит сын. Ударил и в третий раз отец, и в третий раз не сдвинул сына. Потом сказал: «Пойди и достань гранаты величиной с мою голову». Научил его потом, как найти их, и сказал: «Принесешь, узнаешь все про меня». Пошел младший сын к братьям, спросили те: «Что он тебе сказал?» «Сказал: принеси мне гранаты величиной с мою голову, все про меня узнаешь». Пошли все три брата вместе. Ходили, много ли ходили, мало ли, пришли в чистое поле. В поле перекресток. На перекрестке камень, на камне надпись: «Туда пойдешь, вернешься, туда пойдешь, вернешься, а туда пойдешь, не вернешься». Старший брат пошел туда, откуда вернешься. Средний пошел, откуда вернешься. Младший пошел, откуда не вернешься. Много ходил он, мало ходил. Видит вдали черное войско. Все на конях. «Ну, погиб я», — подумал младший брат. «Умру, видно». И все же пошел прямо на это черное войско. Подошел, смотрит, а войско все окаменелое. Пошел дальше. Смотрит, виднеется вдали красное войско. Испугался, думает: «Теперь уже, наверное, погиб». И пошел. Подошел и видит, и красное войско все окаменелое. Пошел дальше. Идет и видит, стоит белое войско. Тоже все окаменелое. Пошел дальше. Много ходил, мало ходил. Видит, башня верхушкой в небо упирается. У самого входа гранатовое дерево. На дереве пять гранатов висят, все с человечью голову. Подошел сын царя Несмеяна, сорвал гранаты. Один съел, три с собой взял, один на дереве оставил. Выглянула из башни женщина и крикнула: «О, сынок, как похож ты на моего сына! Что привело тебя сюда? Смотри, съест тебя мерзкий дев! Что бы со мной ни стало, поднимусь наверх», — сказал сын царя Несмеяна. Заплела женщина свои волосы и спустила вниз косы. Подпрыгнул он, ухватился за косу и поднялся. Спрятал его женщина. Придет дев, убьет. Попросил ее сын царя Несмеяна узнать, где у дева душа находится. Пришел дев. «Что-то сыном Адама пахнет», — говорит. «Нет», — отвечает женщина, — «где здесь быть сыну Адама?» «Это верно, ты с собой запах принес». Обняла она мерзкого дева, стала его ласкать, а сама спрашивает:
Очень я тебя люблю, жить без тебя не могу. Скажи мне, где твоя душа? В венике моя душа, говорит мерзкий дев. Ушел мерзкий дев на охоту, а она взяла веник, разукрасила его, обвела цветной парчой, да платками всякими понесла и положила на постель. Вернулся мерзкий дев, увидел веник, смеется. Обманул я тебя, вовсе не в венике моя душа, а вот в этом столбе. Как ушел дев на охоту, встала она, обмыла, обчистила столб, разукрасила его, как только могла, потом обняла и стала ласкать. Пришел дев. Что ты делаешь, спрашивает. Душу твою ласкаю. Одурела ты, смеется дев. Кто тебе даст мою душу? Моя душа знаешь где? В таком-то и таком-то месте кабан живет. У того кабана в голове коробочка, а в той коробочке три птички. Красная сила моя, белая ум, а черная душа моя. А кто может того кабана убить? Есть кто такой на свете? Никто и ничем того кабана не убьет, разве только ранят его моей стрелой. Только ушел мерзкий дев на охоту, отжала женщина его стрелу сыну царя Несмеяна. Взял тот с собой два хлеба и пошел к кузнецу. Сделал ему кузнец лук из 20 пудов железа, натянул юноша этот лук и согнул его. Сделал ему из 40 пудов, натянул юноша, согнул и этот. Сделал тогда кузнец из 60 пудов, натянул юноша этот лук, выдержал лук, не согнулся. Повесил его юноша на плечо и пошел искать кабана. Шел-шел и дошел до воды, куда тот кабан пить ходит. Смотрит юноша, сидит у воды девушка, слезы льет. «Что ты плачешь, льешь слезы, портишь прекрасные свои глаза?» – спрашивает юноша. «Уходи, оставь меня. Вот-вот кабан придет есть меня». Узнал юноша, что этот кабан каждый день съедает по девушке. «Не бойся, – говорит он, – я лягу, тебе на колени голову положу, посплю немного, отдохну. А ты, как придет кабан, смотри, разбуди меня». Заснул сын царя Несмеяна. Прошло немного времени, показался и кабан. Идет, зубами скрежещет, изо рта пену роняет. Зовет девушка юношу, будет его, ударила даже, нет, не просыпается он, заплакала она. Плачет, плачет, убивается, вся земля жалостью к ней горит. Упала одна девичья слеза на щеку юноши, так и обожгла кожу. Проснулся он, вскочил, схватил лук, вложил стрелу, натянул тетиву и пустил. Попала стрела кабану в бок, насквозь его пробила. Упал кабан и дух испустил. Подошел юноша, отрубил кабану голову, разрубил ее надвое, достал коробочку. В коробочке три птички. Раньше птицы силой оторвал голову, потом птицы разума. Птицу души оставил живой и с собой взял. А мерзкий дев на охоте почуял он, что над кабаном несчастье стряслось. Хочет поспешить ему на помощь, но успел юноша и кабана убить, и птицы силы голову оторвать. Как оторвал юноша голову белой птицы, потерял дев и разум. Кое-как дотащился до своей башни, пришел и свалился без сил. Увидела его женщина, спустилась вниз, уселась возле и спрашивает. «Что, жизнь моя, что с тобой сталось?» Подошел тут и сын царя Несмеяна. И как закричит на дева, что ты валяешься здесь, собака? Говори сейчас же, как к тебе войска, что ты окаменил, оживить можно. Иди, поднимись наверх, там найдешь три кнута, белый, красный, черный. Черным кнутом черные войска ударь, красным красное, белым белое. Оживут они все и станут верными твоими слугами. Скажи, как заклинать, приказал юноша. Сказал дев, как заклинать. «А где все твое богатство?» – спрашивает юноша. «Вот возьми этот ключ, отомкни крайнюю комнату, там вся моя жизнь и все мое богатство», – сказал мерзкий дев. Пошел сын царя Несмеяна, отомкнул дверь в крайнюю комнату, смотрит, а там три змея. «Ох, вот это неплохое для нас дело», – заговорили змеи, как увидели юношу. Испугался юноша и говорит.
Подождите меня немного, я сейчас приду. Вышел и запер их. Приходит к Деву. Ты что меня к этим змеям проклятым послал, чтобы они меня съели? Нет, говорит Дев. Ты иди открой такую-то комнату, там много жемчуга и драгоценных камней. А те змеи тебе ничего не сделают, раз у тебя в руках красный кнут увидят. Уложи все на них и погони. Встал юноша, открыл те комнаты, забрал видимо-невидимо жемчуга драгоценных каменьев и отправился искать братьев, и гранаты те с собой взял. Дошел до того перекрестка, где камень лежал, и сел отдохнуть. Пришли и старшие братья. Достал младший брат гранаты и раздал всем по одному. Завидно тем. Мы такие мелкие достали гранаты, а у него какие крупные. Решили они погубить его. Вот идут братья, захотелось им дорогой пить. А там был один чудо-колодец, называли его Булах. Подошли братья к Булаху, хотят достать воду. Опустили сначала старшего брата в колодец. Только он спустился немного, как закричал: «Поднимайте меня, поднимайте, горю!» Подняли его. Опускают теперь среднего брата, и он тоже так же кричит, и его подняли. Опускают младшего брата, а он говорит: «Сколько бы я ни кричал, горю, вы все ниже меня опускаете». Спустился он, напился воды, подал воду и братьям, обвязал затем себя веревкой, чтобы самому подняться. Стали его братья поднимать, да на полдороги обрезали веревки, и упал младший брат на самое дно. Пошли братья, принесли гранаты отцу. «А где третий брат?» – спрашивает отец. «Не знаем, мы не видели его», – говорят братья. «А что же вы видели?» – спрашивает отец. «Мы ничего не видели». «Ты что видел?» – спрашивает отец старшего брата. «Я ничего не видел». «А ты что видел?» «И я ничего не видел», – говорит средний. Расселся царь Несмеян. Велел он своим советникам послать тотчас людей искать младшего брата. Пошли те, искали, долго искали, и нашли его мертвым в этом булахе. Достали его и понесли домой. Взял царь Несмеян Божий платок, провел им по лицу сына, а ожил сын. Засмеялся царь Несмеян. Так засмеялся, что от его смеха земля дрогнула, а небо раскрылось, и так и посыпались оттуда золото и серебро. Спросил царь Несмеян сына: «Где твои гранаты?» «Я помню, — говорит сын, — что взял их с собой». «А что ты в пути видел, сынок?» — спрашивает царь. Все рассказал, что видел. В пути войско черное стояло, все окаменело, за ним красное, за ним белое. Прошел я мимо, там увидел башню такую, что верхушкой в небо упиралась, и три окна в ней было. Под той башней стояло гранатовое дерево. С того-то дерева я и сорвал эти гранаты». «А женщину ты там видел?» — спрашивает царь. «Видел, — говорит сын царя». Сказал тогда царь: «Сын мой, потому и зовут меня Несмеяном, что та женщина моя жена. Ее у меня тот мерзкий дев похитил. И те войска, и черные, белые, и красные, все мои, их мерзкий дев окаменил. Как же смеяться тому, кто столько потерял?» Встал тот чувственный, что пошел к той башне, убил мерзкого дева, взял с собой мать, взял все три кнута, замахнулся одним, одно войско оживил, другим другое, третьим третье. И так счастливо вернулся домой.